Ты умрешь.
Что это? Держимся вместе!
Парус поднять! Надо без паруса. Больше паруса! Попробуй как-нибудь мой эль. Ты должен. Эйвор, ты с вестями? Элдерменом Кента станет Тен Тедмунд. Тедмунд. Еще одно испытание. Он боится вас, данов. Не покидает своего замка в Рочестере. Как расположить к себе того, кто не станет говорить со мной? Да ни с кем. Загадка. Тедмунд должен быть чем-то крепко тебе обязан. Допустим, жизнью. Продолжай. Мы похитим его из замка. Если победишь его врага и спасешь его от смерти, благодарность будет... Велика? Безгранична. Но стены его замка крепче, чем сжатые колени монашки. Может так, а может нет. Ты что-то скрываешь, Басим? Неподалеку есть лесопилка, верно? В Бимисфилде. Альфред строит укрепление в Уэссексе за счет наших лесов. Он получает дерево отсюда. Тедмунд сейчас там. Не может быть! Как ты узнал? Прошел слух, что Тедмунд оставил свое убежище. Он смотрит за строительством укреплений в Кентербери. Похитить его с лесопилки будет гораздо проще, чем из крепости. Но и спасение будет не столь эффектным. Стоит ли оно того? Возможно. Да. Да. Приведи его к кругу камней. А Фулке? Получишь ее, когда Тедмунд будет мне верен. Иди. Я соберу небольшой отряд.
Мне не по душе этот аббат. Он скрытен и честолюбив. Скажет ли он, где искать Фулки? Нет никаких сомнений, что аббат ее друг. И если он не поймет, в чем наша цель, мы можем преуспеть. Верно. Знаешь одну старую историю? О скорпионе и лягушке. Детская сказка? С хорошей моралью. Скорпион хочет пересечь реку, но не умеет плавать, и просит помощи у лягушки. Лягушка соглашается, но при одном условии, что скорпион ее не ужалит. А скорпион жалит ее, мол, такова его природа, и оба тонут? Скорпион пересекает реку, жалит невинного человека, и тот умирает. Так в чем, по-твоему, соль? В том, что твои истории мутны и двусмысленны. В том, что у каждой тысячи возможных концовок, многие из которых неожиданны. Если аббат не скажет, где искать Фулки, я убью его. Бимисфилд уже рядом. Веди, я следом. Лети, Сюнин. Прасно. Когда аббат расположит к себе Тедмунда, он выдаст нам Фулки. Нужно сделать лишь это. Если глупец сдержит свое слово. Нужно накинуть капюшон. А, ты предпочитаешь действовать скрытно. Что ты видишь? Нужно быть осторожнее. Разворошили гнездо. Да что происходит? Не прохлаждайте! Время — деньги! Плачу вам я! Кто смеет перечить великому цену Дэнсу? Нет, нет! Спасите! Я не тот, кто вам нужен! Пустите меня! Перестань орать или умрешь. Умру? Боже, сохрани! Тебя спасет молчание, Тедмунд, а не твой бог. Бежим, друг мой. Нужный человек у нас. Ну что, сердце забилось быстрее? Я думал, ты любишь действовать скрытно.
Мы так и сделали. Быстро похитили жертву и сбежим, пока за нами нет погони. Мы прячемся у всех на виду и ждем нужного момента, чтобы нанести удар. Мне по душе действовать открыто. Владык, любящих тайны, люди не понимают. Но ты, как владыка, не можешь отрицать, что без обмана и интриг порой не обойтись. Сколько людей из твоего клана... Сколько людей из твоего клана знает, почему пропал Сигурд? Вот видишь, каждый владыка должен знать, когда лучше промолчать. Ведь молчание не всегда ложь. Но порой кажется ей. Вижу, ты отлично скрываешь. Стойте, даны! От имени Альфреда, короля Уэссекса, я требую освободить... его подданного. Не подходи, христианин, или я убью его. Нет, я не тот, кто вам нужен. Не своди с него глаз, он стоит мешка серебра. Только дернись, и тебе не сдобровать. Он у нас. Закончим поскорее эти игры и разойдемся. Это точно Тедмунд? Он в одеждах лорда, но несколько ниже и толще, чем мне казалось. Я не Тедмунд, не он. Клянусь святым распятием, что я не Тен Тедмунд. Что здесь происходит, во имя Господа? Кто ты такой? Говори живо, или пойдешь на корм воронам. Шергар, меня зовут Шергар. Лорд Тедмунд платит мне, чтобы я притворялся им. Брат Шергар? Ты из монастыря святого Августина. Я оставил монастырь много лет назад, святой отец. У меня иное призвание. Ты нам еще пригодишься, Шергар. Устрой нам встречу с Тедмундом. Вымани его. Тедмунду плевать на меня и мои слова. Он не дает мне приказы лично. Я едва его знаю. Значит, ты бесполезен. Может, просто убить тебя сразу? Нет, стой, стой! Дай подумать! Дай подумать! А, даны! Чтобы взять замок, нужны даны! Мне велели остерегаться их лагеря к западу отсюда. От лица Тедмунда я дал приказ солдатам их схватить. Если поторопитесь, можете успеть сами. Если еще один отряд данов пойдет с нами на приступ Рочестера, мы сумеем проскользнуть внутрь. Если саксы их не перебили. Для наших воинов я Тедмунд. Могу приказать их капитану отозвать людей. Смелая затея. Узоры, что плетут норны, не распутать смертным. Кажется, все пути ведут в Рочестер. Аббат, готовься. Мы дадим знать, когда соберемся похитить Тедмунда. А этот глупец слишком много знает. Он пойдет с нами. А если предаст, я поджарю его на медленном огне. Ты не пожалеешь. С моим острым умом мы избежим кровопролития. Болтай поменьше. Мы ведь можем и передумать. Быть Тедмундом становится все неприятнее. А как ты стал его двойником? Много тяжких испытаний пришлось сперва преодолеть. Угораздило же родиться похожим на другого. С капитаном нужно быть осторожней.
Он много пьет и может убить под горячую руку. Тент Эдмунд, что ты здесь делаешь? Как ты смеешь обращаться ко мне столь вызывающе? Ты знаешь, кто я? Как я и сказал, Тедмунд. Не хотел оскорбить тебя, лорд, но мне сказали, ты в Рочестере. Вот как? И что, по-твоему, я сейчас в Рочестере? Видимо, нет, лорд. Мудрый всегда приходит нежданно. У тебя странные спутники, лорд. Арапы, кажется, да? Я хочу показать Тену наши обычаи. Именно. Своего рода обмен знаниями. А вдруг я однажды приеду в твою, Данландию? Норвегию. Я окажусь тебе чужаком. Но разве нас не меняют наши странства и то, что мы видели? Как скажешь. Лорд, есть какие-то еще приказы? Да, да. Я приказываю тебе перестать прохлаждаться и вернуться в казармы, болван. А что насчет пленных данов? Убейте их! Всех до одного! Нет, нет. Оставь их здесь. Связанными. На съедение волкам! На этом все. Можешь идти. Прочь! Этим притворством ты заслужил свободу. Иди и начни жизнь сначала. Свою жизнь, а не чужую. Начну. Но я даже задумался, не испытать ли свои силы в роли правителя. Да-да, поспешите. Вас ждут женщины и Эль. Шевелитесь. Вы слышали приказ Тедмунда? Связали всех, как овец. Нужно их спасти. А, я так тебе благодарна. Мы обязаны тебе жизнью. Эти ублюдки Саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь. Но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе. Тех, что готовы напасть на своих соседей. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгрисдоттер. Нам нужны суда, Руна. Мы причалили выше по течению, но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгалу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва. Ради еще большей добычи. И мы отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи? И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу у Рочестера с кораблями. Нужно предупредить аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Хорошо. Значит, успеем выпить.
Ты проделал такой путь, следуя долгу. Это и есть жизнь незримых. Дорога. Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Для меня дом – семья. Но у меня нет семьи. Нет? А как же Хайсум? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я... Если бы не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Мне не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. Мне жаль. Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг. Учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Вот он и отнял. Отнял все. Взять Рочестер будет непросто. Нужно подготовиться.